Без задолженности перед детьми-сиротами уже 6 лет в Сургутском районе Новоселье отмечают дети, оставшиеся без попечения родителей. В этот раз в Линторе. До конца года жителям муниципалитета, которые относятся к этой социальной категории населения, предоставят 20 квартир. Сюжет Светланы Круковской. Вы новосел? Да. Ну, поздравляю. Вы поживете, добро наживайте. О лучшем подарке на совершеннолетие Павел Родионов и мечтать не мог. Квартира просторная, светлая, главное, своя. Осталось въехать и обжиться. Обустроиться молодому человеку поможет его опекун Вера Яцута. Очень волнительно и одновременно радостно получить квартиру. Очень рады, что так скажем, недолго мы ждали. Вот ребенку только в июне исполнилось 18 лет, и он уже получает квартиру. Есть эмоции, да, волнение. Он переживает, я вместе с ним переживаю. Очень приятно, конечно, это все. Огромное спасибо за то, что так все оперативно у нас в Сургутском районе. В Сургутском районе новоселье отмечают дети-сироты. К осени квартиры предоставят двум десяткам человек в Линторе, Белом Яру, Локосово и Высоком мысу. Обеспечат всех в списке очередности на этот год. Выкупают жилье для этой категории граждан Департамент по управлению госимуществом Югры. Полномочия муниципалитет передал округу. 20 жилых помещений в этом году мы должны предоставить, 11 из них уже предоставлены к сентябрю. Округом запланировано окончание мероприятия по приобретению квартир. У нас не было никогда задолженности перед этой категорией. Все дети, которые должны были быть обеспечены, они квартиры получали своевременно, по сути, в тот день, когда у них наступало совершеннолетие. Что для нас, в принципе, очень отрадно, потому что мы за этим следим. Последние 6 лет все обязательства ежегодно исполняли. И вот по прошлому году, если память не изменяет, 38 или 39 детей обеспечили квартирами. Обязаны и обеспечиваем. Таких показателей удается добиться и благодаря софинансированию. С 2021 года Сургутский район выделяет на покупку квартир для детей-сирот средства из местной казны. Порядка 37 миллионов рублей за последние 2 года предоставлено муниципалитетам на приобретение квадратных метров для этой категории граждан. Светлана Круковская, Александр Черник, Вести Югория, Сургутский район.